Первый концерт жизни. И да, это я, на сцене. Спросите, как так получилось? Сейчас покажу. Вот я стою на студии и записываю новую песню «Синий Василёк». Ко мне подходит и спрашивает, хочешь концерт? Я говорю, хочу. И все, теперь я с этой песней выступаю на своем концерте. Но все началось с того, что мне привезли мой мерч. Первый мерч! Так, мы тут распакуем первый раз мерч, я его сам еще не видел. Вон сколько привезли, там и там. Куча мерча. О-о-о, нормальный худос. Он очень мягкий, блин, прям очень качественный. Смотрите какой. Вот, если вы были на концерте, то вы купили, то вы молодец. Потому что эксклюзивный мерч. Но если что-то не распродастся, потом все-таки продадим это на сайте. Вот. Саша, как-то очень грустно сказал. Но на удивление, на концерте вы раскупили весь мерч. Многим не досталось. Поэтому после Нового года мы запускаем онлайн-продажу мерча на сайте. Дождитесь. Рукав-то какой, смотрите, как у меня на скине. Первым делом я пошел встречать гостей на мою фан-встречу перед концертом, где я отвечал на их вопросы и фоткался. Все, так классно рисует, все. Корячки, конечно, но глазик хорош получился. Пофиг. Никто не будет знать. У Саши уже стул такой царский, королевский. Представляем. Обзор подарков. Обзор подарков, да. Только что закончилась автограф-сессия, фотосессия. Да. Смотрите, какая красота. Друзья, полная распаковка подарков выйдет в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить ни в коем случае. Это пятерка по труду 100%. Начинаем разминку, размялись, и наступает момент X, когда нужно выходить на сцену. Как же я переживал. Я очень рад всех видеть. Они вроде приехали из других городов, за что им огромное спасибо. Но сегодня, к сожалению, нету одного друга. Его имя Роман Парамонов. Компот, как вы поняли. И он специально для вас записал видеообращение, поэтому всем внимательно на экран. Всем привет, ребята, меня зовут Компот. Я же вас не узнали, правда? Если вы все еще не понимаете, где вы находитесь, то вы находитесь на концерте у Фиксая. Вон он там по сцене ходит, что-то стоит. И я бы тоже очень хотел поприсутствовать, но, к сожалению, вот так вот получилось. Я сейчас нахожусь совершенно в другом месте, кстати говоря. Вид оцениваем. Я бы очень хотел сказать, если бы я был на концерте, я бы разорвал этот танцпол. Я сейчас серьезно вам говорю. Я надеюсь, что вы классно оторветесь, вам в принципе будет весело. Только, ребята, не толкайтесь, пожалуйста, я вам очень хочу сказать. Большой привет всем подписчикам и их родителям от Канкурса. Я потом посмотрю, как вы там танцевали, как вы там подпевали, плясали. И давайте поддержим прямо сейчас Фиксая небольшими, но четкими аплодисментами. Все, ребят, давайте, до встречи, до следующего, еще увидимся, Фиксая. Помимо Компота, также сегодня этого еще одного человека, это моей мамы, которая не смогла приехать. Но я хочу сказать, мам, если ты смотришь, я тебя безумно сильно люблю, и спасибо тебе огромное за поддержку. Друзья, цените близких. Так она сейчас прям в телефоне, прикиньте, вот она! Смотрите! Мама, эти аплодисменты тебе! Концерт шел во всем разгаре, и я попросил всех в один момент спеть «Лук Батуна капеллы». Это было невероятно. Концерт в Санкт-Петербурге подходит к концу, и мы перемещаемся на второй концерт в Москву. Мы приехали, вот это наше место, где сегодня будет концерт. Смотрите, вот такой вот клуб. Довольно-таки модно выглядит, как ты считаешь? Да, стилево. Стиль имеется. Да, вот мы идем в зону VIP, потому что мы персоны VIP, VIP. Красота какая! Вы посмотрите, как тут много места! Обалдеть! Я в шоке!
И сцена есть. Мы сейчас за это на изи подпишем, да? Ага, я чуть не умер в прошлый раз. Ты подписываешь, я убираю. Ты подписываешь, я убираю. Нормально. А вот и о чем шла речь. Я подписал более 2000 афиш за все 3 концерта. Это был эпик. Друзья, смотрите, кто сегодня пришел к нам на концерт. Это же. Господи Иисус. Посмотрите, вот он. Вот он. Поздоровайся. Всем привет, ребята. Разнесем сегодня. А это Бискас. Мы с недавних пор подружились, и я решил позвать его на свой концерт впервые в жизни выступить. Бананчики. Вот только посмотрите, идет репетиция, и людей совершенно нет. Но потом резко... Ползет улитка в бар 3 дня. Ползет, наконец-то долезает через 3 дня. А по барменю вышла и говорит нахрен. Улитка расстроилась. И ползет еще 3 дня. Ползет 1 день, ползет 2 дня, ползет 3 дня. Забегает в бар и говорит, зачем ты меня выкинул? Ребята, я украл камеру. Жулик, не воруй! Сейчас покажу, что происходит за сценой. Никто не знает, что я забрал эту камеру. Быстрее. За мной уже вышел человек. А я только хотел показать всем, что здесь есть еда. Сыр, колбаска. Присаживайтесь, молодой человек. Вот туда присаживайтесь, чтобы... Любое буквально место свободное. Вы сможете на второй раз пройти. Это твои деньги, твой рост. Раз, у тебя вышла неделю назад, а как это месяц? Да, смотрите, расставляю точку над этим вопросом, потому что в комментариях постоянно пишут. Сейчас. Дело в том, что Акаки мой тоже лучший друг. Мы с ним с самого начала. Он сам пишет моды, датапаки и все остальное. И на его ролике я даю свои моды, он снимает. И тогда, когда у меня нету ничего снять, я прошу Акаки, чтобы он дал свой мод, чтобы я его снял. И то же самое с другими ютуберами. Это не плагиат. Это не плагиат. Это сотрудничество, да. Ну да. А ты сам создаешь свои треки? Или тебе кто-то помогает? Лук Батун, Фиксета, Дворец, Жизнь в Извочках, альбом. Это все написано мной. И, мы вместе придумываем бит. Вот, я сижу, придумываю всякие мотивы, текста, пишу их. Началась новая автограф-сессия, только уже в Москве. Я сейчас пересматриваю эти кадры, и у меня снова наворачиваются слезы. Огромное вам всем спасибо. Наша незабываемая встреча с Няшкой и Дабейтом. Первый раз в жизни. Да, спустя миллион лет. Здравствуйте, меня зовут Владилен, и сегодня я буду представлять интересы себя непосредственно. Oh my God, hell no. А сейчас я вам покажу секретные материалы с новой песни «Вирус». Со мной на сцене, кстати говоря, выступает Лиана. Огромное спасибо за всю проявленную поддержку во время этих концертов. Написано, что Акаки никогда не помоется.
должен ты подписывать этот договор или нет. Итак, Акаки прямо сейчас наполняет договор. Акаки написал, Акаки никогда не помоется или нет. Сейчас кричит закон! Концерт проходит в самом лучшем варианте, и все отрываются как только могут. А когда это стало твоим влогом? Когда захватил камеру, правильно? Правильно. Так что, ребятки, ставьте лайки, а обязательно пишите свои комментарии, как вам концерт. Я думаю, это не выйдет, я думаю, это не войдет. Это 100% войдет. Это не войдет. И мы плавненько переходим к третьему завершающему концерту. Задавайте любые вопросы, давайте пообщаемся, не стесняйтесь, я не кусаю. Все, что вас интересует, все, что вы хотите спросить, когда-либо хотели спросить, пообщаться, все, что угодно. Ты красивый, как и на том концерте. Спасибо, тоже красивый. Я на самом деле безумно рад, что есть такая возможность прямо вот так вот встретиться, сделать, организовать такую большую сходку и сделать самыми преданными фанатами. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Когда будет клип новый, он уже почти доделан. Он как раз таки будет на новую песню «Вирус», не вышедшую. Сегодня будет эта песня. Да, сегодня будет эта песня. Ура! Вот, вы услышите. Очень интересно. Слушала, чего не слушаю. Это вы специально голос меняете вот там, вот в этой видео, и как там? Вот когда озвучиваете. А, это, например, когда я курочку Жека озвучиваю и знаю, говорю. Ну что я могу сказать? Ходишь ли по земле, я не знаю. Но ты приснила с неба снег. Было так, как будто не было вовсе. Крутилась карусель, а вокруг нас мерцали звезды. Yeah.
микрофон, пожалуйста. Саша, полотенце? Да, это было невероятно, это было легендарно вообще.